джоулях, чё почём. Это 35 написано, а этот сколько? Брат, Ильда тоже знает. Ну, он-то знает, да, я тоже не помню. Блин, сейчас, ладно. Возьмём какой полегче. На него будет капец. А слушай, если возьмём... Ну, это... Хочешь вытащить, да, вот это вот? Я заберу. Будем заземление забивать. Ну, сразу засунуть будет. Все, отпускай. Все, сейчас засандалим. Так, у нас, короче, в планах на день сделать заземление в деревне Искино. Так называемое модульное штыревое. Сейчас мы взяли 3 метра штырей оцинкованных и будем пробовать это дело забить, как говорится. К сожалению, в одни руки. Ну ладно, как бы руки не крюки. Там девочки помогут, подержат немного. Будем работать немного. Так, у нас лайтбергерское заземление. Пайковское. Стартовый наконечник, стержни оцинкованные, отбойный молоток, лестница. Сейчас забьем. А, прямочек. Поехали. Втихаря подправь ее. Она нормально сейчас стоит? Нет, немножко на тебя смотрит. Нет, она, это ты вот этой своей кривой вот так делаешь. Вот так. Три метра мы секунд за 30 загнали. Сейчас вкручиваем следующий. Все будет хорошо. В эту самую глубину. Типа так, да? Можно еще чуть-чуть там. Ну, вот так вот. Все, наверное, да. Ага. Чё почём? Этот? Этот? Так, на 4,40, на 6,62. Давай. 6? Здесь 10 метров. Так, у нас тут технический перерыв был. Значит, 16-миллиметровые штыри забиты у нас тут. 6 метров мы сейчас сделали. Еще раз повторю, комплект, паспорт, все дела, значит, только проводящая паста, это сейчас мы прикрутим, соединим провода в этой коробочке, это у нас лента, которая закрывает этот контакт, здесь все сейчас закроем, это пока оставляем, еще подзабьем немножко уровень, тут у нас через сальники, значит, провод зашел, вышел, это зашло, вышло на сальниках, все это, сальники, что это такое. Фух, короче, вечерело, но дело подходит у нас к концу. Сейчас все дело заведем туда-сюда, все уже работает, все будет хорошо, но это не точно. Вот недавно я одному мальчику объяснял, что розетки нельзя ставить под водяными приборами, значит, да? Но кто смотрел, помнит. Тут классически так сделано. Бойлер. Бойлер начинает течь. Или с клапана там. Или просто потек. Или там корпус нарушился. Шланги. Все потекло, короче. На розетке брызнуло. Короткое замыкание. Розетки отрубают автоматы. Автоматы отрубаются. Отопление вырубается. А мы там на дискотеке в городе в это время. Дом мерзнет, и всем, короче, радостно. Ну, это если зимой. Такие дела. Чё? Нет. Щелкает? Нет. А чё не щелкает? А вот когда берёшься? Нет, нет, я говорю, нет. Перестала? Да. Ты думаешь, я зря 5 лет в университете парился? Вот, все. Ну, единственное, конечно, еще может...